Рабочую группу по вопросам реконструкции Октябрьского проспекта расширили. Теперь в нее входит 21 человек. Это эксперты, члены общественной палаты и жители округа. Первое заседание в новом составе они провели в администрации. Внести коррективы в проект реконструкции Октябрьского проспекта. Такую цель ставят перед собой участники рабочей группы. Утвержденный план работ устраивает не всех. Больше всего вопросов он вызывает у жителей Октябрьского проспекта. Первый – вырубка деревьев, в зоне которая попадает под реконструкцию. Порубочные билеты получены. Плата на компенсационное озеленение была перечислена. Но очень хочется, чтобы каждое вырубленное дерево было вырублено, во-первых, правильно, во-вторых, поднадзорно. Участники рабочей группы намерены добиться ограничения вырубки. Еще одна задача – сделать информацию о реконструкции максимально доступной для жителей. Надо разместить какие-то информационные стенды, растяжки посреди города, чтобы все жители Люберец знали о том, что будет идти эта эстакада. Большинство жителей города не в курсе, что будет строительство эстакады. Выяснить, насколько безопасно люберчанам будет жить на Октябрьском проспекте после реконструкции, еще одна цель, уже более масштабная. По итогам заседания было принято решение о подготовке экспертами 3D-модели проекта. Также рабочая группа планирует запросить документы, подтверждающие соответствие проекта ГОСТам. Дарья Борисова, Алексей Андреев и Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.